Ой, господи. Всем приветики. Здорово, Лёх. Я заметил, что ты забежал на стрим. Да, новая игра. Ну, начать новую игру. Да, начать сюжет. Ну, сюжетно сбалансированно сложно пройти судный день от... Ох, ёпта мать. Кто хочет испытать себя на пляже? Алло, здорово, ёпта. Слушай, Лёха, скажи по звуку, нормально или громко игра? Я чёрт, чай хер его знает. Так, да, всем привет, кто будет смотреть это на Ютубе. Всем здравствуйте. Так, забалансировано. Блин, я слушаю. Только для Санька Апокалипсиса судный день. Наивысшая сложность дарсата с интервала для уклонения уменьшен урона. Голос норм. А, зашибись, спасибо. Так. А что за счет на тех, кто избегает сложности? Нет. Ладно, сбалансированный. Классический бой в серии Darksiders 1 и 2. Бери и руби. Более методичная боевая система, чем... А, игру вроде тоже норм, окей. А в чем прикол? Я вообще разницу замечу, интересно. По умолчанию, более методичная боевая система. Немного тихо, окей, я тебя понял. Ну клацанье, блин, да, что поделать, это ж, мать его, клацанье, блин, это сраная механика. Тем более, микрофон близко находится к клавиатуре. Хотя можно, конечно, попробовать переставить все это. Вот, допустим, как-нибудь подальше. Вот, вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот подальше. Один фиг будет нормально слышно клавиатуру. А, именно звуками. Ну и чё ты вот начинаешь, ё-моё, блин? Ой, Лёха, блядь. Похуй, классический, блин. Включить режим кошмар? В случае смерти сохранение будет удалено. Нет, не надо, спасибо. Спасибо, не надо нам такого режима. Для чего создатель сотворил вселенную полную несовершенства, страданий, грехов? Лучшие умы, как на небесах, так и в аду, называют этот вопрос загадкой скорби. Если грех сам по себе часть высшего замысла, разве тогда он по своему определению не божественен? Вопрос для мудрейших. Но были и те, кто особенно неутомимо и страстно желал ответить. Чадия ангелов и демонов. Хорошо прибавили. Они были жестоки, неумолимы, кровожадны. Пока их не предали четверо их же собратьев. Война, смерть, ярость и раздор. Четыре всадника апокалипсиса. Этих предателей одарили невероятной мощью те, кто поклялся поддерживать равновесие между порядком и хаосом. Обугленный совет. Станьте же свидетелями того, как совет готовится окончить войну нефилимов во имя равновесия. Таков новый договор. Война. Лошадый всемирного пожара. Ты воплощение всей боли мира. Смерть. Темная душа вечности. Ты несешь лишь тлен. Ты отрицание жизни. Раздор. Бескрайний дух вечной смуты. Ты тревога и муки смятения, что терзают сердца смертных созданий.
наконец, ярость, ужасающие руки гнева. Ты-то машина что? Мы тут что, для пустых церемоний или для битв? Выйдешь вперед и приветствуй нас, всадник. Ты самая нетерпеливая среди собратьев. Самая непредсказуемая из них. Ты танцуешь на грани собственной реальности. Твои братья понимают важность своего трудного жребия, но понимаешь ли ты? Опять болтовня? Может, мне послать смерть за чаем или займемся делом? Ярость. Твоя роль в истории еще не написана. Мне интересно, зажжешь ли ты пламя мироздания вновь? Или окончательно растопчешь его тлеющие пули? I show you women power. Сны куда интереснее, чем явь. Знай я, что новый договор так увлекателен. Еще тогда бы дала войне отрубить мне голову. Можно ли умереть со скуки? Можно. На моем стриме. Буйство. Тоже скучаешь? Или ты просто ленив? Не люби я тебя так сильно, убила бы, чтобы хоть чем-то заняться. Зов? Наконец-то. Зов, это наконец-то, бжибай. Ну давай, блин. Прошу, 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 скажите, что нужно перебить планету демонов. Или две. Война? Что за жалкую судьбу ты навлек на себя, братец? Следи за языком. Быть может, меня чтят меньше прочих всадников, но меня за мой язык на цепь не сажали, как собаку. Ярость, подойди ближе. Полагаю, снова нужно кому-то все уладить. Ты остранный язык, но права. Война презрела беты, данные совету, и разрушил седьмую печать. Апокалипсис? Но зачем ему? Мы не знаем. Пока что. Пока мы говорим, земля гибнет под копьями небес и молотами ада. Значит, всадникам пора седлать коней? Нет. Пока совет пытается выяснить, зачем и как предатель война совершил столь немыслимое деяние, есть другое дело, что заслуживает тонкого подхода. Вам стоило призвать раздора. Тонкий — это про него. Семь смертных грехов выпущены на волю. Кем нам неизвестно. Но они рыщут по земле. Они томятся в нашей темнице. Равновесие между порядком и хаосом уже на волоске. Семь грехов не должны остаться без надзора. Война в оковах. Смерть пропал. Раздор занят иными делами. В последний раз, когда вы противостояли грехам, понадобилось собрать вас всех вместе. Я и во сне с ними справлюсь. Но когда задача будет выполнена, я требую своего законного права возглавить всадников. Если ты готова обменять послушание на это право, да будет так. Но впредь не смей ничего требовать у нас, всадник. Ты отправишься немедленно. Приветствую тебя, госпожа Ярость. Признаюсь, это неожиданный поворот. Наблюдатель, сомневаетесь в моей верности? Прошу, не сердись. Я ведь твоя поклонница. Даже не так. Я твоя фанатка. Ты же та самая всадник, единственная и неповторимая. Хватит! Я позволю тебе сопровождать меня, но не путайся под ногами! Я стану твоей тенью. Стремительной. Тихо. Еще тише! Ступай! Найди место, что называют убежищем.
твой поиск семи смертных грехов начнется там. Ярость. Подожди. Я... Чтобы между нами не было, загляни в свое сердце. Ты ведь не веришь, что я виновен в этих преступлениях? Что-то не так со Вселенной. Будь настороже, ярость! Они сговорились против нас! Запомни мои слова! Запомни мои слова, ярость, боже мой. Лёх, со звуком все-таки все нормально или не очень? Этот Women Power меня немножко, конечно, упарывает. Норм? А, ну замечательно. Люблю, когда так... Люблю, когда так делают. Но я так понимаю, с предметов душу больше не падает. Я просто уже не помню, проходил уже давно. Видимо, нет. Окей. Мы приближаемся к кому-то из них. Я точно это знаю. Надеюсь, это не зависть. Она настоящая. Что ж, спокойно. Здорово, пацаны! О. Божественный тайминг. А голос непосредственно можешь увеличить. А голос чей, свой? Или голос именно... Именно... Именно озвучка, музыка. А, да, могу. В игре, ага. Малейшенщая жизнь. Пацаны! Нормально или... Или как бы там, когда он сказал, на колени там и так далее. Норм? Ну и хорошо. Ну ты славненько. Принц Перси в деле. Темный принц. Ну ладно. А, сейчас же босс файт будет, точняк. С завистью. Сейчас она меня здесь от меня вот так вот. Она меня вот оторабанит меня тут. Убежище. Убежище для кого? Паразитов? Для людей, госпожа. Прелестно. Строить дом на песке во время конца света. И куда же мы теперь должны идти, наблюдатель? Я знаю лишь волю совета, госпожа. Наш поиск семьи начинается здесь. Да-да, зимпатия жду. Зависть. Мое! Люди, убежище, все здесь мое. С дороги всадник, не то и сама станешь моей. На задание. Типа, а если была бы не на задание, типа такая базар. Защищать. Люди уверены, что мироздание благоволит им. Но
они лишь обезьяны, что присмыкаются в грязи. А ты еще та завистница. Я заберу все, что у них есть. Когда у них не останется ничего, они станут моими игрушками. И я буду забавляться, пока они не сломаются. Тебе меня не остановить! А я и не собиралась. Человечество ужасно переоценено. Я здесь не ради них. Я вся твоя. Нет! Нет! Воу! Ну. Держи. Все для тебя. Я думал, она там сейчас этот, меня волной заденет, но оказывается нет. Бэшбай. Разве ты не поняла, что моё, точняк. То моё. Да, твое, моё, твое, блядь. Ой, черт. Ау, неприятно. Ау, неприятно опять. ХП мало как-то отнимается. Что-то ХП мало отнимается, мне кажется, тут траблы, короче, но фишка в том, что я походу выбрал режим классический, поэтому ХП очень мало отнимается. Они типа. Воу! Ух. Красивый. Попробуй отбери. Это моё! Нет. Госпожа, не хочу надоедать, но разве ты не должна была поймать зависть? Я поймала. Смотри. Этот талисман. Это сосуд. Зависть использовала его для хранения энергии остальной шестерки. Он станет подходящей темницей для остальных, едва их материальное обличие будет уничтожено. Если позволишь, в нем что-то... Он издает какой-то гул. Это сияние... Покажет приближение кого-то из семи, знай. Какая мудрость. Ты превосходишь все ожидания совета, госпожа. Звук твоего голоса мне начинает нравиться, наблюдатель. Талисман как будто здесь с собой связан. Ну это понятно, это так все уже. Ясненько, понятненько и так далее. Походу. У меня будет какой-то легкий режим игры, потому что типа ля я включил классический из слэшера. То есть ХП будут тратить меньше.
блядь, но так трудно запрыгнуть сразу же, я понимаю, что это просто невыносимая ноша, вот так вот, хоп, запрыгнуть и... Точнее, на более низкие уступы. Я бы пренебрегла своими обязанностями, если бы не указала, что даже с талисманом будет очень непросто отыскать смертные грехи. Найти зависть было просто. Это был подарок. Дар, который я бы не рассчитывала получить вновь. Зависть ведь была, несомненно, слабейшей из смертных грехов. Что еще скажешь? Лишь то, что тебе, по-моему, должно быть известно. Армии небес и ада поделили мир людей на зоны влияния. Оглядись вокруг. Все это наглядное воплощение борьбы между порядком и хаосом. Ты взялась за весьма незавидное дело, учитывая обстоятельства. Потому и весело. Остальные грехи прячутся в разбитом вдребезги мире. Жажда власти заставляет их наносить удары и по ангелам, и по демонам. Их спесь приведет меня прямо к ним. Возможно, но тебе понадобится помощь. Я возьму все, что мне понадобится. Да. Интересно, а можно сложность поменять в игре? Прям не самый игровой процесс скрыть худ. Хуйня, худ скрыть не надо. В смысле, соприцеливание камера, количество урона, быстрая смена оружия, отображать урон. Режим боя классический, вот. Вот, попробуем, сейчас вот. Во-первых, заюзаем F. Упс. Я знала, что однажды война обрушит на мир свет. Сколько мне пиздюлей дадут вот эти вот. Сейчас, я даже ничего делать не буду. Но увидеть... А, нет. Его таланты впечатляют. Позволь напомнить, госпожа, что хрен среди знает. Нет. Ну, честно говоря, чай хрен знает, потому что вроде бы как... Просто, как бы помню, что я, когда первый раз проходил игру, это было на релизе игры, блин, я получал таких пиздюлей здесь, это просто пипец. У меня реально жопа по швам трещала, потому что это... вот эти маленькие меня здесь убивали, наверное, раза три. А тут вроде как-то даже особо париться не приходится. Не знаю, короче, что-то как странно. А, здорово. Абориген. Что еще? У вас что там, блядь? Можете выйти все сразу или что? Сейчас, по-моему, там сверху будут прыгать. Я пес был. Ну да. Ау! Туда мы пока не запрыгнем. Кажется, у нас нет огненной херни, что туда запрыгнуть. Фу. А, ну, тут мы тоже пока ничего делать не можем. То есть я признаю, что даже я первый раз, когда проходил игру, я прошел ее на уровне сложности изи. Меня на средний жопу рвали. Так, там ничего не пропустил, нет? Или пропустил, или нет? Не, ладно, прекрасно.
Угу. Вот тут вот эта карта, конечно, вот наверху, как вот этот в Elder Scrolls сделано, меня упарывает просто. Кидай. Не, не будешь? А, нет, кинул, смотрите как. Да я знаю! Вот, понеслась моча по трубам. Когда начинают нападать не по одному, а по несколько сразу. Тоже я пока здесь ничего сделать не могу. Ой, блядь, я помню этого засранца. Но мне сначала нужно вот... Не моя забота, наблюдатель. Хм. Да. Я не знаю, стоит ли. Бля. Сейчас мне жопу разорвет, блядь. Ну, ладно, ладно, хуй с ним, попробуем. Ничего такого прям сверх пиздецового не случилось, но все равно неприятно. Крепостное улучшение, улучшение могут быть устроены в оружие там. А, это да, это оружие там, типа плюшечки, фигушечки, прочее говно. Так, ну, сюда пока пройти не могу. Туда я вроде бы запрыгнуть тоже пока не могу. Да, не могу. Не могу, не можем. Какой ты внезапный сущий. Ай. Глаз что попало. Ресничка, что ли? Тут что-то свистит. Только что? Я думаю, мы туда чуть-чуть попозже. То дерево выглядит внушительно, но лишь мне кажется, что оно здесь не к месту. Это древо Творца. Скорее всего, мы найдем там убежище. Агасики. Да ты... Вот что свистел, вот что свистело, пердело и так далее. А это там? Ага.
Что это было? Мать, ты не туда, ты не в ту сторону воюешь. Вот он. Заныкался. О, приветик. Я не понял вот этого прикола. Типа, это рофил? Что-то такие просадки FPS идут именно вот в этом моменте, вот именно вот там вот. О, собор Парижской Богоматери. Ой, да не ори, блядь. Это пердит тут сидит. Ау! Неприятно, блядь. О, привет. Грибочки нельзя разрушить, да? Нет, нельзя. Обидно, а так хотелось бы. О, бежит, бежит. Воин! Так, здесь... А, там... Понятно, бомбатрон. О, выиграем. Разве не славный переполох мы устроили? Говорит демон, объявивший о своей засаде. Я вовсе не намеревался с тобой сражаться, всадник. А ты весьма темпераментная штучка. Не испытывай мое терпение. Да? Что ж... Война для меня чересчур опасное предприятие, всадник. Я здесь лишь во имя слепой наживы. Я Вульгрим. Я купец проклятых. Купец, что наживается на торговле душами. Даже при наступлении апокалипсиса нужно как-то зарабатывать на жизнь. И чьими душами ты торгуешь? Ангелов, демонов... И даже людей. Для меня любая душа ценна. Я видел след из тел, что ты оставила за собой. Что мне может быть нужно от тебя? Посмотрим. Что тебе нужно? Информация. 7 смертных грехов. Ходят слухи, что славные всадники всего лишь пешки в большой игре. Жертвы огромного заговора. Что ты знаешь? Я знаю, что это был бесплатный образец. Позови меня, если у тебя будут души, и, возможно, ты посчитаешь мои товары достойными. Вульгрим и его демонский язык. Они живут, чтобы кормиться на развалинах мира, которые помогли уничтожить. Так и есть. Но невзирая на свою жажду душ, Вульгрим может пригодиться нам в этом странствии. А, вот, да, я микрофон включил. Забыл, что я выключил. Приветствую. Не спеши. Знак эхо, владение этим знаком, ба-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 
Да, вот эти глифы в пушке. Осколок хаоса. Осколок бессмертия. Ну, да, как хочешь. Надо. Это позабавит нас обоих. Очко характеристики. Как хочешь. Обосраться. Да, кстати, насчет характеристик. Я что-то не посмотрел. А, я забыл, что их можно разбивать. Угу. Базовый доспех, божественное вооружение.
Что магическое соблазнение, владельцы могут почувствовать едва уловимое, но успокаивающее биение сердца Вселенной. Чтобы прояснить вот этот маленький момент, даже на стриме, может быть, в записи будет смотреть, вот, базовый доспех давался при покупке обычного издания. То есть он у всех есть. При покупке Deluxe Edition давались божественные вооружения. Вот эта вот херня. То есть, что она дает? Нихуя она не дает. Просто она не дает нихуя. Но она из Deluxe Edition. То есть, просто, как бы люди думали то, что здесь будут статы, как вот изначально вот в игре, вот как вот было с этой стороны. Думали, что будут статы, ну, как я, вот дурачок тоже планировал, что, о, типа, здесь, наверное, статы будут. В доспехах там и прочей фигне, то есть я купил такой, типа, ну прикольно, типа, будет армор такой иметь в начале игры, типа, там, какая-то маленькая подспорье. То есть, ну, эта броня дает нихуя. Короче, заебись. Магия. Физические сила. На, удерживайте, да. Держал, блин. Надо еще душу ему скормить. Что теперь? Это... позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать. Заставь их кричать от боли. Па-па-па. То есть просто реально бронь дает нихуя. Она просто нихуя не дает. Просто типа доспех, блять. Ну, обосраться не встать. Ну, классно. Всадник. Просто то, что вот типа классно, вот броня вот золотая, вот за Deluxe Edition давалась. Блять. Просто она нихера не дает. Просто типа, ну как бы, ну, ты будешь выглядеть чуть симпампульнее, нежели все остальные. Классно. Почему бы и нет? Не понял. Я слышу звук какого-то сияния вот здесь вот. Базиба. О, здорово. Здоровенькие булы. Ой, слышь, астрал питок, иди отсюда. Черновато, у нас нет огненных пушек. Прибить. И оставайся мертвым. До свидули. Как же разрослись его корни. Они словно пронизывают все. Так и есть, госпожа. Они словно пронишивают все. А, вот, понятно, все. Так, ребят, погоди, давайте по очереди, пожалуйста, будьте любезны. Видать, по очереди не получится. Так, а что ты тут делал, садненький мой? Это что такое сейчас? Окей. Окей-доки. Да не ори-ка, блин. Не дома. Ага, вот что там, свистело, пердело. Так, у нас нет воздушных пушек. У нас пока нихера нет, поэтому... мы пока бежим.
Вот это было забавно. Это было забавно, такой провисончик. Что-то как-то, да, такие пролаги есть периодически, это немножко смущает. То есть, типа, никого нет заныканного? А это что за хренасос? Поступим по-хитрожопому. Такой, а я не ожидал тебя здесь! Извини, извини. Душонки. Вот, вот этот вот, вот, вот эти вот моменты, только смотришь через текстуру такой там хоп, там такой типа этот. Освечивает. Не-не, мы, по-моему, пока туда не можем пойти. Сейчас такой шкафа вылезет, но не успел. Я просто помню еще, где находятся эти засранцы. Конечно, не все, но помню. Так, нам туда сейчас пока идти нельзя. Нам нужно вон туда. Так. Я здесь вроде пока все осмотрел. Опаньки. Так, тут ничего. Любопытно, остался ли тут хоть кто-нибудь? Да, тут много кто остался. Так, сохранение. Вульгрим, привет. Да, мы тебе скоро пару душон. Позабавит нас обоих. Угу, великолепно. Пока. Так, великолепненько. Так, статы в магию. Поримся немножечко. Обращаюсь. Угу. Чудная катсцена. Прячьтесь за меня, малыши! Я сам разберусь с непрошенными гостями. Всадник? Ярость. Сохраняю за собой право убить тебя на месте, а ты? Удивлен и испытываю немалое облегчение. Зови меня Ультейн Черный Молот. Так что, сегодня меня расплющивать не станешь? Ты ведь творец, верно? Да, когда есть что творить. В наши дни мои навыки требуются лишь для создания орудий смерти. Это не твоя война. Нет, но и не их. Как и твой совет, всадник, я обеспокоен равновесием. Люди, какими бы хрупкими они ни были, тоже часть равновесия. Ты ведь наверняка здесь для их защиты. Неверный вопрос. Племя жалких безволосых обезьян, чей величайший талант изобретать все более хитрые способы уничтожать друг друга. Пусть страдают вечно или вымрут завтра, я и глазом не моргну. Тогда что тебе здесь надо? Как тебя звать? Джонс. Джонс. Задай мне тот же вопрос снова, на последнем издыхании. Ха, оглядись, видишь все это? Ты правда думаешь, что меня что-то пугает? Полегче, парень. С ней лучше не шутить. Правда? А что мне терять? Эта глупая свара выставляет всех вас дураками. Ангелов, демонов, всадников, даже Творца. За что вы вообще сражаетесь, а? Этот мне по душе. Так и быть, дыши дальше, Джонс. Всадник, прошу. С тобой на нашей стороне мы полностью изменим весь ход событий. У людей еще может быть шанс. В моем задании равновесие, но в нем нет
их. Я здесь, чтобы выследить 7 смертных грехов и вернуть их совету. Ни больше, ни меньше. А что, если я помогу тебе? Твою цепочку можно доработать. Искренне сомневаюсь. Я и без помощи отлично справляюсь. Разумеется. Но если ты вдруг не догадалась по имени, я творец, искусный в создании орудий разрушения, хаоса и боли. Сдается мне, что даже нижайший Ультейн мог бы улучшить твое вооружение, если ваше всадничество мне позволит. В обмен на... Человечеству не выжить без помощи. Если встретишь по пути людей, прошу, направляй их сюда. Убежище, только здесь они точно будут под защитой. Направляй их? Как, по-твоему, эти обезьяны сумеют пересечь поле боя и найти тебя? О, им и не нужно, им понадобится вот это, мост. Его могут использовать только люди. Одно прикосновение, и их отправят прямиком в убежище. Мне нужно прикасаться к ним? Я согласна, творец. Пусть и сомневаюсь, что твой зверинец станет менее бесполезным. Вот и договорились. А в качестве жеста доброй воли предлагаю тебе подарок. Гнев. Где? Ищи расщелину адской глубины в подземелье, под городом. И прошу тебя, всадник. Да-да, я буду отгонять малышей к тебе, как бы это ни было бессмысленно. Поглядим. И запомни, ярость. Двери убежища открыты для любого, кто попросит. О, мостовой камень, да, надо будет людишек искать, звать сюда и т.д. и т.п. И п.т. и т.п. П.т. и т.п. Так, тут с ними вроде можно трындеть, но я как-то не особо горю желанием вроде бы с ними трындеть, то есть, но типа смысл, о, я такой бедный там, я Вася Пупкин, и меня, короче, постигла участь быть здесь, на планете Земля, когда все это дерьмо случилось. Ну вот, то есть смысловой нагрузки особо никакой не несет. Так, а туда я допрыгнуть пока не могу, поскольку у меня нет гнеба. А, так, ладно. Ай, спина чешется. Очень важная информация для всех. А, блин, надо к Ультейну подойти, может он сможет мечом сварганить? Ты будешь что-нибудь делать, нет? А, спасибо. Чем мой молот может служить тебе, ярость? Старый улучшение. Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. А, физический магический урон по этим оружиям. Угу. Здоровье 5%. Нет. Любопытно. Собралась хорошенько их помучить, да? Так, обломки дома. Любопытно. До свидания. До всего свидания, тебе наилучшего, ладно? Спасибо. Тебе тоже, братюнь. А, господи, я думал, какой дворф сидит. Я думал, нифига себе, он о чем-то забыл. Поехали! Он явно отдается своему делу всей душой. Ультейн? Он не видит, что действительно важно. Возможно. Он еще одна пешка, которая никогда не понять игру, в которую она играет. И ему нравится звук собственного голоса, не так ли? Не он один. Ты что-то сказала? Ты что-то там, что-то векнула, что-то там. О, здорово, выглядим еще разочек. Привет, мой слабенький. Нет, сейчас меня нет для тебя. О, ребятки, ага, артефакт ангелов. Я могу использовать для улучшения оружия. Да-да-да-да-да. О, спалил такой. О. Ау! Ау! Форма хаоса. Спасибо, я в курсе. Блять, псина вонючая. Вот пес.
Так. Ладно, надо к этому подниматься. Скотина вонючая. Так, я помню, что здесь где-то есть хрен очень такой жесткий. Типа черный. Такой черный ублюдок. Где-то неподалеку. И он очень бобу делает, но с него плюшки прикольно падают. Вот он! Здорово, ёба! Да-да-да-да-да-да-да. Ну, дабы не пропадать добру. Адмантит, угу. Что я помню, что они очень больно всекают. Кстати говоря, у меня там сколько улучшеров-то этих? А, слушай, много. Есть тогда маза отнести их Ульгриму. Сначала еще наверх надо сгонять. Блин. Через этого мусора падают... Во. По идее, тут нужно просто бегать, тупо реально прям все разбивать. Прям все-все-все. Все, что видишь, то и бьешь. Вот. Следующий осколок. По-моему, здесь где-то здоровячок этот обитает. Спящий. А, да, он наверху. Храпит там наверху, да. Так, сюда нам пока мазы нет. Ползти, но эти сейчас петухи начнут прыгать вниз, но здесь можно забрать плюшку. Я думаю, ничего страшного с нами не произойдет. Ну да, как ожидалось. Блок обломка адамантита. Великолепно. Да, мы здесь пока ничего делать не можем. А, чтобы потом прийти к вас боссу случайно пукнуть. Возможно. Самое ржак, что первый раз, когда я проходил игру, я первым убил. Приветствую. Ну вот этот первого босса, типа которого вот это в виде птицы была, бабища. А, второй босс идет, по-моему, не помню, как он называется, короче. Но в виде жука такого здорового, жирного сделал. Короче, я его убил под самый конец. Я его пропустил, я просто не понял, как к нему пройти. Я на него хрен положил, короче, и ушел. Этот. В итоге мне пришлось к нему вернуться, короче, перед лаз-боссом, короче, убить его. Я такой, блять. Я его убил за сколько там? Ну, очень, короче, быстро. Это позабавит нас обоих. Короче, это было довольно-таки забавно. Как хочешь. Не спеши. Так. Так, шанс оружия увеличить гнев после убийства врага. Гнев от лучшего гнева, понятно. Так, ядро омоложения. Типа, эта камера автоматически увеличивает на 75 единиц количество дрейва, устанавливалось. Нет. Вот эта херня мне нужна.
5000. Как хочешь. Угу. Сейчас будем копить на это говно. О, там 5000 нужно. И вот реально я его скипнул такой, типа, ну блин, такой, фак, такой вернулся, такой, вспомнил, типа, там не все грехи убиты, там, типа, бла-бла-бла, там, типа, и т.д. и т.п. Я такой, вон, не спит, он сидит, ждет меня. Смиренно. Так, ну чё, говнода, блин, погнали. Давай. А, я забыл, что он еще бьет. Воу! Ну. Ау, неприятно. Что-то быстро сдулся. О, господи. Типа, а та фигня мне нужна будет это для пушки, чтобы хп постоянно пополнялось. Потому что, блин, чтобы не юзать как раз вот камни вот эти вот чудные. Каждый раз, когда меня немного накоцают этот... Ха. Забавно. И туда я не могу пройти. А, это... Все, я понял. Все, я тебя понял. Я тебя услышал. Я тоби понял. Соответственно, в это здание я пока попасть никак не могу. Угу. Окей. Прошу, нет. Просто убей меня, я... Хватит ныть, человечишка. Подойди. Быстро! Быстро! Хочешь жить? Что? Что? Если хочешь жить, могу отправить тебя в безопасное место. Относительно. Come with me if you want to live. Прикоснись. Да не ссы ты, ёпта. Глупцы. Удивительно, что они так долго царили на земле. О, какая фрау недовольная. Так, не, пока сюда не можем пойти, поэтому ползем сюда. Вот эти вот... О, здесь пахнет смертью. Поверь мне, мы 1000 лет были вместе. О-о-о! Приветик, жучки, тараканчики. Так, окей. Подземелье. Так, ну чё они? Ай, блядь! Вот тут говно мелкое, а. Так, припупсик, я к тебе скоро подойду, не волнуйся. А чё это не... ничего не делает? Они типа забили, что ли? Ну ладно. Так, хомячки. А, во. Теперь такие активизировались. Так, ребят. Здорово! Как-то не очень-то и сложно было. Что немного странно.
Не знаю, блин. Геймдизайнер, художник, он так видит. Привет! Да не нужна мне сейчас форма хаоса, господи, отстань. Ох, а я тебя я не заметил. Я реально не заметил. Так я тут ничего не забыл, нет? Вроде нет. А, нет, стоит, стоит. Душонки. А, ладно, сейчас не пусть лучше пока остаются. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Так, и... Что там, нам к бомжам вниз, да? Да. Видать, все-таки да. Так, тут ничего нет. Ой, вас тут немало, я бы сказал. Неприятно, блядь. Ну, довольно быстро. Так, тут вроде все. Окей, погнали далее. Ой, здорово, говнарь! Вот по кому-кому, вот я по тебе не соскучился, вообще ни разу. Ненавижу этих ублюдков, у него так, у них такое, этот, у них очень дикое расстояние атаки. Давай, ползи сюда. Ага, он вон сидит такой, типа, притаился, смотрите. Павук, паук в засаде. Тут больше никого нет в засаде, нет? Это было неожиданно. Это... это реально просто было неожиданно, поэтому я даже немножко испугался. А, это не сбивается. Ну ладно, я... Эти тоже не сбиваются. Ну идите в жопу, блядь. Я-то думал. Тут нормальный кокон, а тут кокон и курильщик. Ауи, блядь, я ненавижу вот эти статуи, блядь. Ненавижу эти коконы, сраные. По одной единственной причине, потому что из них выползают очень неприятные жопохваты. Блядь, я сейчас ближе подойду, у меня ёбнет. Так, окей, знаешь, что этот? Нет, фу, пронесло. Просто когда к ним достаточно близко подходит. Нифига ты! Притаился такой тут. Здорово. Вот это нежданчик, кстати, был. Он с собой. Ой, привет, мой шляденький! Привет, мой маленький, пойдем ща мной. Пойдем ща мной, мой шляденький, господи. Куси. Куси, мой холесий. А кусель, маляги. Ну ты какой мой холесенький, такой взяли покусель такой. Так, пошли вниз. In the yellow submarine.
Yeah, that's odd, Мэри. Падаю в рот. Еба! Внимательность вроде как положена тебе по званию, наблюдатель. Я забыл про этот момент. Что я тогда кирпичи отложил, что сейчас. Окей. Давайте спедики. На велосипедике. А, попал, скотина. Надо таймингом, короче. Надо к таймингам привыкать. А где у меня... Ага, вот. Ай! Стой, спокойно. Так, чувак. Зовет на помощь. Так, пацаны, погодите, блядь. Нормально же общались. А, вот, да, вот этот вот пупсик толстенький. Это у нас вроде бы... Леность. А, леность, да, вот. Слышала, но как же гадко видеть его воочию. Типа как лень. Кажется, меня сейчас стошнит. Во-во-во, да-да-да-да-да, леность, ё-мо. Я, короче, я поленился к нему идти, короче, убил последнего. Как это... Иронично. Он сидит, пердит. А, нет, нам с этой стороны здесь не пройти, вроде бы. Если я правильно помню. А я помню правильно? Нет, нам здесь не пройти. Так, ладно. Ладно. Посмотрим, что у нас там по душонкам. По-моему, не выходит у нас на 5 косарей. Ну, конечно, не выходит. 350. Не густо. Прыгай сюда, да. Шляденький мой маленький, я не хотел тебя обидеть. А там, по-моему, этот ярость, по-моему, как снизу сидит. Там кем-то колбасится. Или гнев. А, гнев, да, точно. Вот. Гнев, ярость, господи. Мы за ярость играем, господи. Жучки. Комцумир. Thank you very much. Thank you very much. А где мой маленький? Он вылезет сегодня поиграть или нет? Или все он? Или чё он? Чё, он обиделся, что ли, ушел? Ну, Блэд, я так не играю. В смысле, блин? Чё он не выходит? А, вот! Малышок, а ты, блин, ты меня... Чё так пугаешь? А, он должен же быть огненным. А где бы тебя покормить?
Ага, все, я знаю, где тебя покормить. Там внизу это черный вроде бы. Да, да, да. Ага. Кстати, он нам пизды, конечно, даст, я чувствую. А, хотя еще пизды даст. Иди сюда, говноед. Давай знакомиться, блядь. А, да-да-да, он там этот. Гнев колбасится с ангелами. На этих лучше использовать вот эту... вот эту херню, потому что... Чего о! Ты хочешь? Убить тебя! Спасти тебя! Умоляю, спаси меня! Да-да-да-да-да, не ори, блядь. Без тебя точно. Так, а я что там получил? Несолидный лурчер. Получил я. Так, мне теперь надо взять этого мелкого уебана, поднести сюда. А я его не донесу туда. Наверх я его точно не донесу. Да, я его не донесу. Ну ладно. Тупо не успею. Ну ладно, придется идти тогда. Куда нам говорит, игра идти? А, вон там, хомячок. Охлади свою трахань, будь любезен, спасибо. Так, 3900. Погнали. Оу, щит. Неприятно. Ау. Ау! Ластовингами, мне кажется. Вот что значит жить с наблюдать. Сходиться в битве с достойным врагом, пусть и ненадолго, ведь он будет неминуемо уничтожен. Руку не вывихни. Ядро умоложения, типа, да-да-да-да-да-да-да-да. Лопая себя по плечу. Как ты собираешься разобраться с этой тварью, моя кровожадная госпожа? Я не особо... я, по-моему, тут что-то там писал. А, да. Я не особо втыкаю... Короче... Так, мы старенькие. Пойдем со мной. Ну вот, я не особо, типа, втыкаю, что за хрень. Почему у меня нету худа?
с ХП. Можешь кушать. Угу. Первый пошел, второй пошел. Ой, кстати, фигово, что я сейчас все это потратил, потому что там же гнев. И надо посмотреть насчет худа. Скрыть худ. У меня не стояло. Отображение урона включено. Я не понимаю, в чем прикол. Первый знаю, короче, ладно. Ой. Просто музыка для ушей. Почувствуй огонь небесного клинка! А я не могу расчленить ангел. Каждому свое. Надеюсь, и для меня осталось. Постараюсь не слишком упиваться этим. Сражайся и победить, Светка! О, как неудачно вышло. Ой, сейчас мне жопу не дерет. Ой, да, надерет. Ой, надерет. Блять, с таймингами, конечно, у меня проблемы. Вот и первая смерть. Да, что-то с таймингами как-то у меня все дерьмовенько. Надо привыкнуть. Ко всему этому. Идти с таких ебеней. Да, единственное, что реально я не люблю, это вот то, что бежать так, с таких далей. А, это уже нет, точно. На, вон там мои души лежат. Так, здесь тоже, по идее, должна была спавниться. А, нет. Стану, ну ладно. Ну ладненько.
собираем душонки. Ладно, попробуем теперь не обосраться еще раз. Hello! А вот тут я обосрался. Еще раз обосрался. О, вот тут было неожиданно. Флексик. Флексим, флексим. Завалили. Заковыряли, короче, просто. Забавно, что ты вспомнила, несмотря на вопли. Мои собратья всегда называли тебя безмозглой. Чем яростнее ты сражаешься, тем сильнее становлюсь я. Я разорву тебя! Думаешь, это ты разозлилась? Да ты едва коснулась поверхности! Тогда вопьюсь посильнее! Нас подставили. Войну и остальных. Здесь за дело взялись некие высшие силы. Наблюдатель, помоги мне. Госпожа! С миром что-то не так. Хрупкий порядок нарушен. Подойдите. Теперь я спрошу и ангела, и демона. По своей ли воле вы прибыли сюда? Догматы опустошения требуют этого. По своей, повелитель пустот. Как и я. Вы оба сражались в этой войне с начала времен. Вы измучены,
Однако бессмертие не дает вам последнего отдыха. Лишь повелитель пустот способен вручить вам этот дар. Окончательное освобождение. Больше ваши души не станут снова и снова возвращаться, чтобы сражаться за небеса и ад. Они теперь мои. И вы, наконец, свободны! Трусы! А, вот и буйное создание пробудилось. Заблудшая пешка обугленного совета. Ты хоть знаешь, где ты? Я прекрасно знаю, где я. Тебя выдало зловоние. Пустота сама по себе ад. Именно так. Однако этим адом правлю я. Что ты сделал с ними? Лишь то, что они сами пожелали. Невежество написано у тебя на лице. Истинные последствия этой так называемой войны за равновесие не подвластны твоему пониманию. Возможно, стоит опустошить тебя. Наблюдатель, это лишь подтверждает мою уверенность. Ты лишь марионетка. Совет играет тобой, чтобы обрести больше власти. Довольно! В отличие от тебя, я здесь не ради личной выгоды. Нужно навсегда уничтожить семь грехов, чтобы защитить равновесие, над которым ты насмехаешься, меня не удержать. Она говорит правду, о повелитель, и она невероятно упорна. Твои слова ничто для меня, от них несет ложью. О, май! Prepare to fight, Блэд. Покажи им women power. Быстро! Это не просто проверка боем. Это демонстрация, всадник. Тебе не терпится в бой, твой хлыст готов к щелчку. Истинная праведность требует истинной прозорливости. Если это и была проверка, ее не прошла. Сдержаться и не поддаться порыву — совсем иной вид силы. Избавь меня от своей мудрости. Я достойна возглавить всадников и докажу это совету. Семеро будут уничтожены вместе с их замыслами превратить мир в нечто худшее, чем апокалипсис. Очень хорошо. Тебе понадобится это. Пустота пламени? Для чего? Даже мне известно, что порой приходит время выбрать сторону. Возьми это оружие и знай, свою я выбрал. Но поспеши, всадник, у вселенной множество лиц. Твое выживание зависит от того, что ты узнала. Ты должна раскрыть глаза гораздо сильнее, чем та, что смотрит на тебя из зеркала. Ладно, мы можем идти? Пока что нет. Нам нужно обсудить, что делать с Абраксисом. Абраксисом? Надоедливый демон. Чтобы сохранить землю, с ним нужно покончить. Он угрожает вашему равновесию. Его душу нужно принести мне. Хочешь, чтобы я это сделала? А кто еще? Подумаю, но обещать не стану. Тогда ты и наблюдатель отправляйтесь.
О май. Нажмите 5.1, чтобы здесь высоту пламени. Нажмите. Да. Нажмите, все, нажмите. Пустота пламени. Что-то меняется, когда я ее сжимаю. Чувствую, как ее мощь пульсирует в ладони. Типа, мы в огне не тонем и в жопе не горим. Ничего не чувствую. Словно бреду через пруд. Невероятно! Impossible! Вот это пролаги сейчас были. Ух! Вон там, ожидающие. Ожиданцы. Люки, а там что-нибудь есть? Да, есть. Блин, мне нужен бульгрим. Мне очень нужен бульгрим. Так. А, это да, доп оружие. Да. Доп, чоп. Булюхрим, ты где? I've been waiting for you. Вот ты где, мой старенький. Я смотрю, ты раздобыла пустоту пламени. Mm-hmm. Сколько за нее хочешь? Овер много. Ты шутишь? Конечно. Неужели ты научилась поднимать шутки? Растешь. А ты, увы, остаешься таким же. Дебил. Ты что-то хотел? Ну, раз уж ты спросила, мне нужна... Ах, как я ненавижу это слово. Мне нужна твоя помощь. Правда? Истинная правда. Как тебе известно, я преуспевающий торговец. Мне очень нравится, когда они рот открывают, когда они говорят. Нет, я часто они этого не делают. В деловые поездки по этому миру и не только. Но мне кое-что мешает. Что-то завелось в змеиных норах. И теперь я лишен возможности перемещаться по миру. Это только твои проблемы. Каменные мародеры хотят сами контролировать змеиные норы, но кто-то же должен разделаться с этими громадинами ради... Просто анимации вообще нет, не слышал. Блин, какого хрена? Ну хорошо. Змеиные норы нужно очистить ради благополучия демонов и всадников, а пустота пламени — первый ключ к успеху. Как ты знаешь, я не гожусь для этого, а вот ты со своим кнутом была бы гораздо более убедительной. Зачем мне помогать тебе? Это пойдет на пользу нашим взаимовыгодным отношениям. Это я уже слышала, но пока ничего не изменилось. Совсем. В змеиных норах спрятаны сокровища. Если ты расчистишь для меня дорогу, они твои. Тебе понадобится больше пустот, чтобы полностью расчистить сеть нор, но оно того стоит. Открой проходы, уничтожь стражей, и я обещаю, что все эти несметные богатства станут твоими. Я подумаю, демон. А, ярость! Как мило, что ты навестила меня. Полагаю, убийства идут хорошо. Не твое дело, демон. Твой тон тебя выдает, всадник. И появилась анимация. Я был все же прав, да? Тебя и твою родню обманули. Это не тайна. Но кто обманул? Разумеется, ангелов проще всего подозревать. Ты наверняка согласишься, учитывая участь бедного старого буйства. Ты недостоин называть его имя.
Нет нужды обрушивать на меня свою мощь, всадник. Взгляни на тех, кто выиграет от твоего провала. Твои враги куда ближе, чем ты думаешь. Прикол в том, что первый диалог был, это был диалог к дополнению, которое вышло к игре. А там нужно эти змеиные норы расчищать, но я не знаю, там, блин, этот... Можно тогда еще сойти или нет? Там мне, по-моему, пизделей давали даже на 50 уровне, мне там просто раздавали по щам так больно, что я охренел. Я поиграл где-то минут, наверное, 30-40 и забил. Так, покажи мне свои товары. Нет, стой. Стой, пупсик, стой. Стой, не уходи. Дайте мне лурчер! Один масенький, какой-нибудь сраненький, ну позязя. Во! Ей! Где? О, да. Что тебе нужно от скромного? А я же лучше взял, да? Надо сначала его тоже открыть. А, нет, у меня его нету. Приветствую. Покажи мне свой товар, да? Так, доспехи пламени. Я сейчас просто пытаюсь осознать информацию, которую сейчас вот вижу здесь. Просто тут доспех дает что-то. Мой же дает... Нихуя он не дает. Я немножко не понимаю. После разрушения обетов и оружия. Основное здоровье. Просто кабзда. Прекрасный вы. Как хочешь. Как... Иди в жопу. По разрушению объектов, ведь можно восстановить здоровье в минуту, а тут получается, ну, это можно сюда, а это можно вот сюда. Пока, прощаюсь. Да, идет восстановление ХП. Ну очень медленно. Ну ладно. Ау. Ау. Фига там жирненький дядя, ё-моё, охренеть, ты это, покушал что ли?
Я помню, что дальше будет еще круче руна. Короче, она... Как ее? ХП, короче, восполняет при ударах. Ой, мудила. Ой, блядь. Потому что прыгать надо, да? Ой, я сейчас тут сдохну раз, наверное, 20. Что-то общее. Пламя говорит с нами об этом. Ну, чтоб вы понимали, первый раз, когда я играл, я здесь сдох, наверное, раз 10. Если не больше. Какого? Потому что я не мог его убить, я решил просто подпрыгнуть вот так вот, короче, это и свалить отсюда. Ой, я знаю, где я точно сдохну. Ой, я... Несчастные заблудшие. Будь ты еще мягче, ты стала бы опасно. Да, о, ничего себе, ачивку даже получила. Офигеть. Получает достижение максимальное что-то там. Ядро активации. Этот камень автоматически увеличит запас отсрочки нефлип на один. Нифига себе. Чутка. Выглядим, привет. Так. Так. Не уходи, заебал. Ну, что ж ты делаешь? Так, окей. Ну вот, тут даже написано, что я сосу Бибу. То есть тут, может быть, не знаю, может продать ему можно? Приветствую. Не спеши. Нет. Офигеть. А получить... Нет, это вообще не то. Я знал, что ты не сможешь устоять. А что это? А, домонти... А, все, я понял. 800 душ стоит. Как хочешь. Так, окей. Самое забавное, что даже инфы о нем здесь нет. Что странно. Пустопламени, это понятно. Он, по-моему, 1000, по-моему, не хватит. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Нет, конечно, не хватит. Ну как ладно, все равно. Хочешь. Пока прощаюсь. Чудный лучник. Там что, заблудился? А! Давай, падай. Не хочешь, ну ладно. Ты
теперь он упал такой, типа, ну ладно. Артефакт демонов. А, о, привет. Самое забавное, что огненный элементаль получает урон от огня. Чтобы вы понимали. Что смущает максимально. Потому что, типа, ну это реально бред. Похоже, твои несчастные забыли души нашли свои призвания. Разве ты не рад за них? О, май. Поползли. Извините. За кешель. Ага. Земля не устает удивлять меня разнообразием уродств. Ой, блядь! Мне казалось, они давно уничтожены. Ты знаешь, что это? Когда вы уничтожили свободу... Блять, зря я сюда пошел. Ой, зря пошел, ой, блять! Ой, зря, блять, ой! Да, просто. Да, блядь! Жопа, все, я сейчас сдохну. Да. Не, можно было бы закрыть, я что-то прям зафакапал с этими стаймингами, вообще просто пипец. Ну, бля, как же, бля, какой же он вообще пиздец. Я-то думал, он может здесь послабее будет, а он вообще просто жопу разрывает. Реально задницу в лоскуты рвет просто. Хотя
Ой, привет, я к тебе туда не пойду. Но самое ржако, что мои души-то там, а семья вообще не были. А я не помню, были они там вообще, нет. Бля, да, были. Так, ладно. 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 Сейчас. Маленький перерыв, буквально 2-3 минуты.
Так, я вернулся. Оставим на финалочку. На финалочку оставил, да? Так, надо, короче, как бы это сейчас сделать? А я думаю, на меня пофиг вообще. Так, надо, короче, как-то придумать. Так, чтобы он меня сейчас не гасил. Не то, что не гасил. Короче, нужно души спиздить так, чтобы дверь не закрылась. А я умер, по-моему, опять же далеко. Бля, прям возле него. Ну ты серьезно, что ли? Ну чувак, ну блин! Все, молодец. Просто сейчас с ним, конечно, в этот колбасится, это, конечно, геморройно очень. Я не хочу на это сейчас время тратить в данный момент, поскольку там геморрой будет так нормально. Поэтому сейчас как-то не хочется особо сейчас этим заниматься. Все-таки задел, смотри. Надо душ стырить и свалить нахрен. Неужели они опять там прям у него... Да иди ты в жопу, ну почему там? А сколько мне там души, я смотрел вообще? Блять. Не, нахрен. Короче, ладно. Что здесь так долго вообще зависим? Стой спокойно. Мы здесь так надолго зависнем. Голем сейчас должен быть, вроде бы. Голем, Големыч. Нормально, да, нормально. Ага. Я помню это говно. Нет. Мне нужно начать как-то. Отсюда. Да.
Да. Я правильно угадал. Как угадал? Правильно вспомнил, скажем так. Любопытно. Эти залы словно на месте. Они очень старые. Все, что лично созданы не раем и не адом. Быть может, это дело рук первых людей? Возможно. Я умна, госпожа. Но даже я не знаю, что. Особенно, когда речь заходит о разуме пути. Фига ты, блядь! Говна поел, блядь. Здорово. А какой режим без стамины? Я так и что-то не вдуплил. А, я понял. Не, я понял то, что типа там не нажать нельзя этот режим без стамины, я что-то не вдуплил. В смысле режим без стамины? А был разве режим со стаминой? А, вот. Чудный лучник стоит. Ой, блядь, короче. А, нет. Идем обратно. Просто если мне память не отшибает, а мне ее явно не отшибает, изначально как бы в игре не было стамины, я играл на релизе. Вот, как бы тут не было стамина, просто может быть такой режим специальный, велик со стаминой, я черт его знает. Ой, блядь. Твою мать. Иди, ой, иди в жопу, блядь, иди ты нахуй. Вспомнить бы, как не туда залезть. Ай, блядь, ах ты собака ёбаная. Ах ты сука. Сучий потрох. Ну вот, я режим стамины-то и не помню. Поскольку на релизе-то стамины-то и не было. Это они, может быть, как специально сделали для особо там этот любителей пощекотать свои яички, там этот. Да ты просто снипер, блядь. Ну вот. Завязывай, блядь. Как мне сюда забраться? Я не помню.
Ну, реально не помню. Называется просто подпрыгни. Чем мне нужно туда? Ну и еще желательно туда. Угу, спасибо. А, вон там пупчик стоит еще один. Я упал, ну ладно. По-моему, да, перепрыгнул. Немножечко не туда. То же самое, ну ладно. Блядь, иди ты в жопу, господи, что? О. Сейчас подойду. Я тут вроде бы все сломал. Ну да. Ой, так, ладно. Спасибо. Ага. Понятненько. Ясненько, понятненько. Угу, выгляни, здравствуй. Как дела? Ага. Что тебе нужно от скромного торгового? Что тебе нужно от скромного торгового? Мерси боку, что ли? Я прощаюсь. Так. Что там говно? Угу. Что тебе нужно от скромного торгового? Не спеши.
Так, магический урон, изражение урона, физической атаки, лучшие из разбитых. Понятно. Нужна десяточка. Как хочешь. Окей, базарно. Заставь их кричать, всадник. Да-да-да, заставлю, обязательно. Обязательно, обязательно. Обязательно, прям сегодня. Угу. Так, что-то чувствует моя жопка, что я туда немножко побег. Хотя моя жопка может и сомневаться. Так, окей, я пришел из этого очка. Мы опять идем в это очко. Блин, я реально, я уже нихера не помню в этой игре. Что тут толком делать? Извините, там звон такой чудный. Это моя кружка кофе. Так. Тут нам ни бубуяна не светит. Возвращаемся взад. Может быть, надо здесь меч вытащить. Хрена лысого. Я что-то плохо не понял. А, нихуа себе. Щияра. Чё стало, Нет, слушай, я вроде все правильно делал. Я не знаю, может быть, я, конечно, кретин. Но я что-то заплутал немного. Так, окей, по ходу пьесы нам нужно попасть сюда. Ну и потусить тут. Но тут потусить мы пока не можем. Поскольку мы пока этого делать не можем. Логично. И хрен поспоришь. Так, окей. Окейна. Окейна. Хоккейна. Может быть, я что-нибудь упустил здесь? Это, конечно, вряд ли, но может быть. Нет, такого не может быть. Идем по лаве. Поднимаемся к Ульгриму. С другой стороны. Получается, да, мы с другой стороны. А! После ворот нужно. Все, понятно. Надо после я дурачок. Ну как война прям, ничего себе. Ничего себе. Значит, по-моему, главный зал какой-то будет такой холод. Да, 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 да. Итак, сразу три меча, да? Похоже, что так. Всегда всего по три, да? Три ключа, три камня, три меча. Предсказуемо, а? Ты с ума сошла? Нет. Просто терпеть не могу, когда создатель лечится. Что-то, блядь, здесь сейчас вспоминаю, и мне что-то не очень хорошо становится от того, что я здесь сейчас вспоминаю. Да, вон он, блядь.
черная скотина. Ладно, пока к нему не пойдем. Пока мы к нему не пойдем в гости. Но это только пока. Ебан. Ждет на готове. Но здесь вроде будет как не один, то есть... Нихуя ты умный, блядь. Ах ты, сука! Давай, выходи на честное кумите. О, окей, не спорю. Забыл, что он взрывается. На секундочку забыл об этом. И стал такой, о, вспомнил, только да, он же взрывается. Так, окей. А, мерцающие останки. Вы можете разбить эти останки. Еще, чтобы получить очко характеристик. Ага. Very wonderful. Так, окей, идем дальше. Тут сейчас никто не будет вставать там из мертвых. Такие, кто нарушил мой такой? Сколько хаоса, хорошо, пополним по-быстрому хаос. Это всегда хорошо. Это всегда very wonderful. Так, ну тут ничего нет. Так. Слушай, что-то пердит здесь. Ага. Туда я пока не пойду. Там этот уебитр. Арбитр уебитр. Так. Ход номер раз. А, взял как раз самое веселое. Ну ладно. Что, пошел в самое веселое место? Сразу же. Конечно, ну не прям супер веселое. Где я ломал себе голову, я сейчас вряд ли вспомню. Почему я ее себе ломал? А, нет, это арена сраная, господи, бля, ну ладно.
ребятки, в круг. Так, это первая группа у ебанов. Да ты, блядь, охуел, что слышишь, нахуй, псина? Вот пес обоссанный, а. Офигеть, ё-моё. Уж сорян, но я хочу прям максимально много собирать всего. О, слово бессмертия. Теперь я не смогу сдохнуть. Даже на лоу хп. Мило. О, девочки хранителя чуть получено. А, милка. А-ха-ха, да так мило. Так, окей. Угу. Большой люр вчера. Так, окей. Вроде ничего криминального такого нет, а вроде бы он закрывается медленно. Ну да, я-то думал, здесь немножко по геморрой не будет. Оказывается, нет. Скелеты? Со скелетами никакого веселья. Да не говори, вообще полная херь. Говно какое-то набусано. Так, пойдем в пердолем первый меч. Меч number one. Немножко упарывает то, что в третьей части сделали, то есть игра без, скажем так, зачастую без музыкального сопровождения. Просто как бы все свистит, пердит и так далее, то есть, но именно когда нет музыкального сопровождения, это немножко все-таки упарывает. Хотя бы какой-нибудь ambient играл бы на фоне, там, допустим, вот как... А во втором Дарсадисе, то есть там, когда просто ходишь, там музыка такая прям играет, то есть, ну, какая-то атмосфера. То есть, а тут, блин, ну, тупо ходишь под пердёж, под звуки водопадов и т.д. и т.п. Это немножко просто как-то, ну, не то, что ли. Самое забавное, что это даже никак не отменишь. То есть, раз уж ты начал бомбо-комбо, то ты, типа, начал бомбо-комбо.
прервать его, то есть, допустим, там, этот, если хочешь нажать на shift парирование, не можешь. Что это такое? Это, наверное, какой-то тайный проход. Приветики. Ничего себе. Ой, блядь. Дядя. А там злой дядя. Он походу очень злой. А, ну да, он, блядь, красный. Ёпта мать. Ой, люляки он будет сейчас мне раздавать такие знатные, что я обсрусь просто. Хотя, чё, ну, блядь. Так, улучшение хаоса. Улучшение могут... Это, походу, оно есть. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Божечки, кошечки, если это оно. Это просто великолепно. Он тоже улучшается в виде здоровья. Да! О, да! Е, бэйби, е! Извините. Так, а что у нас физический и магический урон от оружия плюс 5, плюс здоровье. А там еще восстанавливается здоровье. То есть оно нам нахуй надо вообще-то получается. Ну потом нужно будет, ну потом может куда-нибудь ставим. О, как же я это. О, это ж просто шикарно. Боже мой, это просто very wonderful. Просто bellissimo. Муа, bene. Мне спячи. Так, надо, пожалуй, вернусь-ка я все-таки взад. Потому что, конечно, тут здорово, весело, там все фигня. А вернуться можно, кстати? Интересно. А, видимо, нихуя. Потушит меня, нет? Нет, не потушит, ну он. Ладненько. Так. А, да, я смогу туда вернуться. Я просто что-то вспомнил, что нельзя. Вихаджи будет. Опять не стать без твоей руки. Не слушай ее сердце. Разъебись. Так, Ой, привет, мой шляки, ты что такое? Ты такой бурный. Да ты буйный, блядь. Так, окей. У меня котик проснулся. Начинает мяукать. А, точно, здесь же надо было прыгнуть, было вот так вот. Псина.
Ты не стоишь моего времени. Пес. Да-да-да, я помню, что с тобой нужно что-то делать, малышок. Но я не помню, что конкретно. О, Сбербанк писал чудное сообщение. А, все, понял. Пока рано. Это... Сейчас мы тут зажжем не по-детски. Сладенький, ты где? Сладенький, иди сюда. Come to mama. Так. Так, если я вот это вот зажгу, она дальше же никуда не пойдет. Ты кушать-то пойдешь, нет? Маленький уебан! Ну? Пойдешь, нет? Ну, какой-то молодец. Многоходовочка. Ха-ха. Я помню еще, ептать. Ну как же, если помню, здесь долго мозг ломал. Это просто святой хранитель, ничего себе. Затеребонькал, слышь? Собака, блядь, страшная. Какой ублюдок-то, а? Я думаю, успею.
Ура! Последний третий меч. И куда я попрыгну? У тебя бесит. А песни. Лови. Так, а десяточку у меня накопится вообще? Я думаю. So fucking close. Ладно. Погнали, здоровяк. Ну конечно маленький осколок говна, блин. Ну нахрена мне давать большой, я понимаю. Конечно, зачем? Эх. Ну обосраться. А, нет. Можно, кстати, продать осколки. Вот этот, который сейчас ньюзы, по сути. Типа, как варик. Как раз, ну, типа, ля, почему бы и нет? Я все равно их не юзаю. Типа, в чем смысл сокраны тогда их хранить, мариновать? А, нет, стой, стой. Уилгрим, погоди секундочку, да, я сейчас себе левел влевлю. Так. Что тебе нужно от скромного? Не спеши. Продать. Прекрасное дополнение. Как хочешь. Не спеши. Хе-хе-хе-хе. Ну, как хочешь. Так, и... То есть вот, тут даже самое что обидно, вот написано «Хритические доспехи пламени», которую ты типа купил в игре, ну, за внутриигровую валюту. Ну вот. А это давалось, блин, за предзаказ. Вот какого хуя, блядь. Там ничего нет. Ни одной какой-нибудь сраной статы какой-нибудь. Это очень бесит. Что сейчас сделал? Есть такая тупорылая привычка, короче, как этот, в шутерах. Кажется, нам сюда. Правда? Огромная статуя двигает огромными руками так, что получается огромный мост к выходу отсюда. Думаешь, нам точно сюда? Я просто обрадовалась. Не обязательно сразу грубить. Нет, обязательно. Как к этому педику добраться? Осуждаем, 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 осуждаем. Как этому чуваку-то пробраться?
Ладно, может быть только, конечно, с помощью... Ну ладно. Ладно, черт с ним. Он, кстати, не разбил, да. Хотя... И не надо было, по сути. Госпожа, тише, слышишь? Это не то, что мы ищем. Пойдем же дальше. Погоди, Творец. Ты ничего ему не должна. Знаю. Хочу, чтобы он был должен мне. Тихо, дитя, тихо. Я могу отвести тебя к другим, таким же, как ты, к людям. Все будет хорошо. Что тебе нужно? Это позабавит нас. Как хочешь. Не спеши. Как хочешь. А? Заставь их кричать, всадник.
Так, ладно. Возвращаемся. Поехали. Это определенно не дети. Забавно, если это были бы дети. Ах ты су... Ни хрена себе, вот это прикол. Я меня такой в харю кинул прям. Чертила мелкая. Сука. А, это музей. Это мы помним. Растяжки сраные. Мы чую, этому отродью не по нраву, что мы здесь. Как ты догадалась? Клесен уже, блядь. О, эти растяжечки. О, сколько у меня тут нервов было попорчено. Боже мой. Это надо бы всандалить. Но я на нее как-то нарвался каким-то образом сейчас. Я не понял каким, но... Собака. Мелкая тварь. Это закончится сейчас. Да в смысле? Я думаю, я его убил. А оказывается, нет. Обидно. Самое забавное, что они не озвучены. Ну, полис... А, ой-ой-ой-ой-ой. Вот по лесам, конечно, пробираться, типа... Нет особого смысла. Поиграй с нами. А я что делаю? Я с вами играю, не волнуйтесь.
твою мать! Собака! Он здесь сейчас пизданется, насколько я помню. Ну да. Какая же плотная паутинка, я бы сказал. Это было близко. Это было довольно близко. А я мог этого забраться-то? Твою мать. Сейчас было, блядь, ты мне объяснишь, мать? Вспомнил. Да, большой динозаврик был. Отличная фраза был. Ой, блядь. Давай, говно. Да что, зайчик? Нет. Там еще жопу порвет. Все так печально, как я думал. Будет. Вышло, я имею в виду. Будет, вышло. Вышло, будет. Сейчас алчность будет. Сраный гоблин. Да, сейчас будет алчность. Да, 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 да. Ну и что же у нас тут за скопидон? Госпожа, твой талисман. Осторожнее. Mm-hmm.
А, здесь можно, кажется, дверь открыть. А я вспомнил, здесь вроде как боссов. Здесь вроде как боссов можно даже скипать. Типа, а-ля, если ты понимаешь, что у тебя недостаточно там. Ты достаточно прокачан. Бля. Для всего веселья. Так, ну там здоровая пучиха будет уже, это я в курсе. Бежит вроде, ага. Стой спокойно. Так, не, эти яички сбивать нельзя. А хотелось бы. Так, можно вернуться к Вульгриму? Привет. Добить у него. Позабавит нас обоих. Себе уровень. И еще как раз. Хочешь. Так, потом. Так, и привет. Еще раз. Это позабавит нас обоих. Так, на следующий раз уже не хватит, да, там чуть-чуть остается. Как хочешь. Благаю. Не спеши. Продать. Вульгрим сможет дорого. Как хочешь. Это позабавит. Как хочешь. Пока, прощай. Так, великолепно, великолепно. Ага, так. Алёша. Примерно вот так вот. Сделаем. И можно идти, в принципе, алчность пиздить. Я думаю, нам больше ничего не мешает это делать. Там 134 души осталось. Блин, надо было вкинуть еще в новую. Ну ладно. Ага. Вот эти маленькие уебаны, которые были наверху. Угу, да, вот эти маленькие ублюдки, которые здесь сверху меня обкидывали. Угу. Маленькое скопление лучшеров, там 25 штук, если мне память не изменяет. Она мне не изменяет. Память я имею в виду. Так. Ну чё, блядь? Вульгрим. Сохранимся. Угу. Привет. Так, нет. Пока. Обращаюсь. Что а тебе пуск. Нужно? Это позабавит нас. Как хочет. Ури Ундерфу. Давай, погнали. Людям немногое удавалось, но вот в искусстве они были хороши. Что? По правде, мне кажется, это одна из причин, по которой ангелы так им завидовали. Ты хоть раз видела, чтобы кто-то из пташек рисовал? Ты говоришь об искусстве. Сейчас. Здесь. Это музей. Разумеется, наше задание в силе. Я просто хотела сказать... Не
Некоторые совершенно не умеют ценить истинную роскошь этого мира. Алчность. Ярость. Добро пожаловать в мою сокровищницу. К несчастью, вход платный. Плата — твоя жизнь. Забери ее, тварь, если посмеешь. Оу! Мне так хочется попробовать твои кости! Давай говно, блядь. Да, блядь, почему я не успеваю здесь отпрыгнуть? А он жирней. Блядь, хитя! Ух! Покажи все, на что ты способна! Да ты, блядь, охуел, что ли? Да ты охуел, что ли? Да, блядь, иди ты нахуй! Господи, сука! Блядь. Да, блядь! Сука, ебать, он жирный, блядь! Ёбаный чёрт!
пиздец какой-то, блин, это реально жопа какая-то, блядь. Ой, сука. Бля, иди ты нахуй. Я ведь нажал, блядь, отпрыгнуть, сука. А, ну, блядь, понятно, да, да, да. Давай, блядь. Давай, сука, блядь. Это было потно? Очень мало урона, очень. Кому нужен музей, когда можно носить коллекцию вот здесь? Ах, мещанство. Ох.
То есть, чтобы вернуться обратно, мне нужно вернуться обратно. Здравствуй, ярость. У меня нет выбора в этом вопросе. Ты похищаешь всех своих гостей. Ты не вела бы себя столь неуважительно. Знай ты, какую истинную силу я тебе даю. Твоя битва с алчностью доказала, что ты ценишь свою задачу выше материальных благ. Ты готова к более серьезным инструментам разрушения. Еще одна игрушка для меня. Ты слишком щедр. Пустота бури. Используй с умом. Почему бы тебе не отдать мне все свои подарки сразу, раз ты так желаешь вооружить всадника? Уходи. Усюка, уходи, приходи, заходи, выходи. Что-то бурит, да? Да-да-да, знаем такое говно, знаем, знаем. Теперь можем летать. А, у нас вернуло взад. Слава тебе, Господи. Так. Надо все подобрать, как бы. Эй, жаль, что Вульгрим голду не принимает. А то бы могли бы столько ништяков ему дать. Имя от гальдички. Да, тут разрушить, к сожалению, ничего нельзя. Обидно. Так. Кап-о. А, надето, надето. Это не надето. Это мы надеваем. А тут вроде больше ловить-то нечего. Ну вроде да, здесь больше никаких ни тайников, вроде ни ништяков, такого ничего нету. Вроде бы как. Ну вроде да. Так, ладно. Великолепно. Ой, надо просто все. Для дополнительного магического урона, который наносит ярость. Магический урон наносит уклонение, с контрударов, ударные атаки, атаки гнева, атаки формы хаоса. Бегонем. Кстати. Надеюсь, ты не обидишься, ярость. Уверена, что обижусь. Ну, как говорится, не стоит убивать гонца за принесенные им вести. Слухи о твоем боевом мастерстве дошли до определенных кругов, всадник. И кое-кто хотел бы испытать твои способности, если ты пойдешь им навстречу. Нет. А, арена. Арена. Ну, но если ты все же согласишься, из любопытства или гордости, или из старой доброй жадности, тебе стоит только сказать, и змеиная нора перенесет тебя в горнило. Горнило? Как предсказуемо. Говорит яростный всадник по имени... Хватит, Вульгрим. Что тебе с этого? Мои 10%. Мне же тоже нужно на что-то жить. А ты получишь награды, достойные твоего внимания, если выживешь. Подумай об этом. Или забудь. Да. Приветствую. А что-то мышка пропала. Я верну ее обратно, попробую. Нет, я ее не верну.
Где моя мышка, блядь? Что спасибо. Тебе нужно отскочить? Не спеши. Аспект бури. Магический урон, снижение урона от физических атак лучеров. 15%, 5-5. А у меня? 15% и 5-5. А, броня усиливает огненные атаки. Ага. Так, окей, змеиные нора. Надо посмотреть. Приветствую. Пожалуйста, не спеши. Творцам пока фиганем, надо посмотреть, что там. Что там вообще происходит? Что там вообще творится? То есть там уже можно как-то пушки улучшать там и так далее, с помощью демонических там и вот этой прочей херни. Это их можно как бы улучшать. Поэтому это может быть нам на руку. Здорово. Что тебе нужно, всадник? Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. Дивный хаос ты обрушишь на врагов. Вот уж не думал, что это возможно, но теперь ты еще опаснее. Здоровье, физический и магический урон этим оружием. О-о, что за дивный хаос ты обрушишь на врагов? Пока по здоровью упоримся. Любопытно, собралась хорошенько их помучить, да? Это одно из лучших моих творений. Вот уж не думал, что это возможно. Но теперь ты еще опаснее. Вот уж не думал, что это возможно. О-о, что за... Это одно из лучших моих творений. О-о, что за дел... Любопытно. Счастливо. Найс. И береги себя. Ага, спасибо. Так. Ну, помню, что нам здесь нужно наверх сгонять. Вот сюда. О, черт. Нет, 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 там же можно было зацепиться. Че я делаю, никто им скажет. Да, я совсем забыл, что здесь можно было до этого зацепиться. Не помню, зачем нам сюда.
я хочу сюда сходить. Не помню зачем, не помню нафига именно вот сюда, то есть, но... Ага, сверху. Походу еще и снизу. А, нет, только сверху. Я слышу дерьмо демона. Я еще кого-то слышу. О, привет. Привет. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Недолго сопротивление. На помощь! Прошу! Да-да-да-да-да-да-да, валяй отсюда. И типа ты такая тут спряталась. Типа серьезно? Типа тебя и даже никто здесь не заметил. Типа рили, это работает. Так, ну, это походу локация с собой ничего, никакой смысловой нагрузки не несет. Она просто тупо для того, чтобы просто было тупо. Почему здесь звук так идет? Как будто здесь что-то есть, того, чего я не вижу. Того, что я не вижу, чего я не вижу, господи. Ужас какой-то. Ну ладно. Ну окей. Окей. А, что это за прикол? А, подгрузку локации. Это довольно забавно. Опять подгрузка локации. Чего? М-м-м,
артефактов уже нифига нету. Сейчас надо себе повысить левел. Что это позабавит нас обоих? Как хочет. Так. Сон по физическому урон, который наносит ярц. Так. Не-не-не, нам нужно. Приветствую. Пожалуйста, не спеши. Пойдем получим ништяки. Давайте. Там что-то очень большое и очень кровожадное. Поэтому выходим. А. Понятненько. Подгрузка. Локации. Да, мило. Здорово. До свидания. Эх. Только вот начали нормально общаться. Да, я бегу в правильном направлении. Можно будет взлететь. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Ой, блядь! Ебать ты жесткий типсон. Ууу! Нихуя ты, блядь, дядя нахуй дал. Японский бог.
А, классно, я сюда пришел. Понятно, блядь. Я понял, я понял. Короче, я сюда пришел, чтобы просто сюда прийти. Ну ладно. Хотя там внизу я еще. Ну ладно, это сейчас там сделаем. Не особо долго. А, я не могу так сделать. А я думал, я могу так делать. Да ебать ты вас сраку, сука! Какой ты, блядь, пидор коварный. Собака, блядь, какая, а? Нашел меня посылать нахер. Конечно. Когда вот FPS начинает проседать? Когда, блядь. Что за хрень? Почему? Почему такие просадки FPS, я понять не могу. Для меня это непонятно. Понятно, почему такие просадки в ПС происходят. Теперь я понимаю, почему все так хотят крылья. А, правда, что ли? Серьезно? Ой, сейчас меня тут жопу тендируют. Славная
ловкости, госпожи. Для всадника это расплюнуть. Особенно для меня. Да. Ах ты, сука, блядь. Сука. Так. Я, по-моему, опять не пришел ни в то место, ни в то время. Потому, блядь, да. Нет. Не ори, блядь. Что? Что это такое? О, ачивка, работа с населением. Блядь, сейчас. А, невидимый уебан. Да ты, блядь, вы сейчас, сукины дети, маленькие уебки. Сейчас ебень. Ой, иди ты нахуй. Ебать того Люсьена. Что тебе, ну, пока. А прощай. Что тебе нужно, отскро... Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Это под... Как хочешь. Пока... Как хочешь. А вот так вот и хочу. Да не, хочу прощаться. Что тебе нужно? Пожалуйста, не спеши. Ой. Ой, как что засвечено, это солнце прям светит. Пипец. Так, ладно. Сейчас маленький перерыв, и потом продолжим стрим.